Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песнею. Пришло время подводить итоги 11 лет учебы. Первые медали получили 100-бальники. Одному из выпускников удалось получить высший балл сразу по двум предметам. Награды ребятам вручил глава региона Юрий Берг. Среди 100-бальников оказался и внук губернатора Никита. Вы прошли серьезный путь. Впереди вас ждет взрослая жизнь. Жизнь непростая, но, поверьте, интересная. И от вас сегодня зависит, какой путь вы выберете. И мы твердо уверены в том, что путь этот будет выбран правильным. Есть среди награжденных выпускников и серебряный призер чемпионата мира по боксу. У Святослава Варанкина не одна медаль за спортивные достижения. Теперь пришло время отметить и заслуги в учебе. Совмещать было очень тяжело на самом деле, но в этом мне помогали и мои учителя. То есть они входили в мое положение. То, что я пропускаю уроки, после уроков со мной оставались, мне объясняли темы дополнительно. Я приходил также, отвечал, контрольные писал после уроков. Выпускников также поздравили заместитель главы города Андрей Шевченко и глава администрации Евгений Арапов, депутат и, конечно, министр образования. В своей речи Вячеслав Лабузов отметил, что в этом году Оренбуржье оказалось в пятерке регионов с лучшими результатами по ЕГЭ.